Давайте 10 круток. Просто потому, что я могу. Тут лего близко. Это, по-моему, 60-70. Если я не ошибаюсь, это 60-70. Может быть, 50-60. Скорее всего, 50-60 на самом деле. 50-60. А, ну, 61. А, ну да, все правильно. Да, это 71, одна крутка. Погнали. Лего, лего, лего. Эх, ну блин, ну опять тянет. Ну софт-гарантовый стример. Ну классика, ну классика просто. Ну хотя бы пушка хорошая. Хотя он... Стоп! Зачем мне пушка? В смысле, у меня теперь все виды пушек Даньхэна есть. Это что такое? Кто вы такие вообще? О, теперь мы знаем, что этот чел будет небытие, обилкой небытия. Что вообще происходит в этом стандартном баннере? 4 эпика в десятке? Что? И все оружие. Ни одного нормального созвездия, ничего просто. Что происходит? Давайте посмотрим. Может быть, вот эта хрень лучше, чем бесполезная фермата? Когда владелец поражает противника атакой, если пораженный противник еще не попал в ловушку, то существует 60% шанс поймать пораженного противника в ловушку. Защита попавших в ловушку противников повышается на 12%. Что? Прощай, бесполезная фермата. До свидания. Я нашел пушку на пелу. Смотрите, какой горячий парень, да? Мне кажется, Пела довольна. Я думаю, Пела будет хранить эту фотографию где-то у своего сердечка. Ну, посмотрите на это. Что это такое? Жесть. Это что, жопа Кэй? Из Геншина? Пела одобряет. Ну, фермата говно. Кстати, об этом надо сегодня не забыть сделать обзор пушек заново. Обзор бесплатных пушек в виртуальной вселенной. Ой, виртуальной вселенной. В забытом зале. Что это фигня? Это полный отстой. На ней просто не работает эта пушка. Я ее оставлю, но качать больше не буду. Сколько на Асте конст? У меня 0 конст на Асте. Я ее использую. У меня 0 конст на Март. Я ее использую. У меня одна бесплатная конста на Натаху. Подожди, бесплатная она выпала? Не, она мне просто где-то выпала. Она мне выпала в баннере сели. И у меня ноль конст на Даньхэна. А, у меня есть одна. Откуда у меня конста на Даньхэна? Я думал, он мне не падал. Блин, надо Даньхэна прокачать. Смотри фотку, где две няхи. Сейчас, подожди. Подробнее. Милота. Кто это? Это разрушение. Каким образом это разрушение? Рожь под солнцем. Увеличит силу атаки на 16. После победы над противником увеличит крит шанс владельца на 12. Фига себе. Под голубым небом плавно раскачивались колосья пшеницы. Юная девушка старательно плела венок из цветов для своей самой любимой сестренки. Тогда они были одного роста, тогда на их лицах еще сияли улыбки. Две разрушительницы на фотке. И что-то еще, ну и Даньхэнь выпал. Ну блин, у меня охотничьи, у меня все виды, наверное, уже охотничьих этих есть. Этот крутой. 12 халявного крит шанса. Этот крутой. Увеличенный урон, когда ты бьешь только в один таргет. Этот крутой. Повышает урон базовой атаки и навыка, а также эффект на дополнительные, когда энергия максимально, чтобы не ультить. Но я не знаю, на кого это. Блин, а это получается лучше пёсика. Сила атаки, а также урон по статусу кровотечения и горения. А, я знаю, что. Вот это я отдам в хук. Это я продолжу использовать на... Нет, стоп. Вот это я продолжу... Кротов я продолжу использовать на ГГ. Кротов я продолжу использовать на физ ГГ. Легендарку я отдам Кваре из виртуалки. План такой примерно. Так, ладно, 10 круточек, посмотрели заодно пушки, прикольные, прикольные.